Численность сайгака в Павлодарской области достигла 20 тысяч особей. В таком количестве краснокнижные никогда раньше не обитали на территории региона, говорят защитники природы. В последнее время степных антилоп все чаще наблюдают уже в Аксузской и Экибастузской сельских зонах. Поэтому в эти дни в районах, там обитают сайгаки, усилили разъяснительную работу с местным населением. С 15 апреля по всему Казахстану стартует масштабная акция, называется «Сайгак». В течение месяца состояние диких животных будут мониторить и усиленно охранять. В Майском и Баянаульском районах в привычных ареалах обитания выставят специальные посты. Они будут досматривать автотранспорт. И таким образом в области намерены бороться с браконьерами. Кстати, за последние 5 лет в регионе еще не было ни одного случая незаконного отстрела краснокнижных животных. Это радует. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф за незаконное изъятие в размере 6 тысяч месячных расчетных показателей. Также уголовным кодексом предусмотрена ответственность от 3 до 10 лет ограничения свободы с конфискацией имущества.